На этой неделе заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев провел специальное совещание в прокуратуре Курганской области. Темой совещания стали вопросы организации надзорной деятельности, прежде всего в сфере противодействия коррупции, координации деятельности правоохранительных органов, защиты прав и охраняемых законом интересов граждан. А также был затронут аспект декриминализации жилищно-коммунального комплекса, соблюдения законодательства в сфере трудовых отношений, природоохранной деятельности, противодействия экстремизма и другие актуальные вопросы. Юрий Пономарев отметил значительный объем работы, проведенный прокурорами Зауралья в 2011 году, после чего указал на проблемные участки и конкретные недостатки в организации надзорной деятельности. Особо заместитель генпрокурора подчеркнул персональную ответственность, которую несут руководители и сотрудники прокуратуры на местах за свою работу.